Я приветствую всех участников группы «Твое Орехово Зуево». Это мюзикл «Сказка о снежном сердце». И у нас сегодня еще один очень ответственный этап. Мы занимаемся представлением нашего мюзикла. Сегодня приглашены лучшие профессионалы, гример, фотографы, операторы, которые снимают видео и фото для того, чтобы представить на ваш зрительский суд в скором времени рекламу мюзикла «Сказка о снежном сердце». Концовка у нас идет. Он на коне и совет королевы. В это время он сидит. Поехали. Еще раз. А жезл включи сейчас. Ой, долго здесь стоим. С 9 часов. С 9? Да, с 9. Есть утра. Хочется? Ой. Очень. Ой. Чтобы съели завтракали. Сейчас. Все. Все. Можно вот Наташу съесть. Кашку лучше. Хотя бутербродов. Ну, бутерброды. А ты же съел. Как вы думаете, сколько будет еще идти эта съемка? Целый день. До завтра, наверное. До утра. Это только второй номер, а мы 7 должны. Все только началось. Ну, вы уже в этих костюмах часов 6, по-моему, да? А еще 7, еще 5, 20, наверное, почти. Бедная королева. Светлана Виноградова, героиня мюзикла «Сказка о снежном сердце», Герда. Как настроение? Вы уже здесь сколько? Сейчас скажу. Я лично здесь 10. Даша, которая играет «Снежную королеву», здесь с 8 утра. Ну вот всем хочу сказать, что сейчас уже около 16 часов, и съемка лишь только идет. Да, я еще ни разу не выходила на сцену. Да? Жду, да. Уже поела, попила, опять поела, попила. Вот сюда поставили жезлы, выключили, разделись, сняли костюмы, все одеваемся на зиму. У меня огромная просьба, мальчики, кто-нибудь, вытащите, пожалуйста, вот эту вот банкетку, которая здесь. Юля, на троне вот лежит голубая пряжа. Ее надо снять и закрыть красиво, вот вместе со Светой, закрыть банкетку. Конечно, все нравится, немножко волнительно. Образ какой-то у меня прям такой волшебный сегодня, поэтому я как-то стараюсь, да, стараюсь вжиться в него. Да, попробуем тогда прокатить. Подходим к трем профессионалам, которые делают фото, видео, инсталляцию. Василий Очеретнюк, Алексей Лавров, Варвара Пашкелевич. Варвара, как тебе работается с двумя этими монстрами? Видео. Ой, прекрасно работает. Уживаемся, можно сказать, уживаемся? На съемочной площадке. Они не мешают тебе твоим каким-то задумкам? Или мои помогают? Нет, совершенно не мешают, так как мы снимаем репортаж, что пока никаких задумок нет. Все четко. Не, идея вообще замечательная, мне все нравится. Единственное, могу сказать, что сегодня у меня немножко другая роль. Я сегодня, кроме того, что снимаю, еще и руковожу процессом. Я как в роли режиссера. Обычно происходит немножко по-другому. Есть режиссер, который занимается этими вещами, и мы уже снимаем. А здесь у вас на 3 камеры снимаем мюзикл. Вот. Немножко здесь выдираем куски, чтобы было поинтереснее. Сколько будет идти это видео вообще? 30 секунд. Сколько? 30 секунд. Всего лишь? Ну, там и должен быть один ролик 30 секунд, а второй 1 минута. Ну, так я не первый раз вижу постановки Натальи Колдашовой, и каждый раз нравится, как она вносит что-то новое. Не перестает она удивлять. Мы сейчас с вами отработаем фею сна, оденемся, там зима, весна, там, ой, эти разбойники, да? Я вам дам потом время отдохнуть, хорошо? Мы в зимних костюмах снимаем весну. Вот так, понятно? Я смотрю, у вас здесь вот... Техника такая какая-то на грани фантастики, мне кажется, в Орехово Зуево. Это кинотехника. Это кинотехника? Это съемочный экран. Это Sony, да, по-моему? Да, это что? Sony Alpha 57, Василий Все снимает разное у нас. На Mark 3. Mark 3, Mark 2, Sony. То есть не хватает. То есть это будет супер качество?
Да, супер качество. Супер качество. Давайте посмотрим. На самом деле все равно на что снимать, лишь бы было что снимать. Правильно, главное. Если есть что главное снимать, мы снимем. Подача информации. Отбились от рук. Мы любим друг друга. Да. Большие чистые. Как бы не говорите. На самом деле она играет отрицательную роль, она меня усыпляет. Такая уж я розовая. Заставляет забыть моего любимого. Как она это делает? Хлопаю ресницами. Да-да. И взлетаю. Посмотрите, какие ресницы у феи сна. Это все Виолетта Устинова, Corporated. Как и любая фотосъемка, в этот раз видеосъемка, телесъемка, здесь тоже не обходится без макияжа, так называемого фотомакияжа. И сегодня над лицом еще одного актера работает Виолетта Устинова, наша замечательная волшебница, которая практически всем в этом городе делает красивые лица. Виолетта, что мы сейчас делаем в этот раз? Мы сейчас создаем образ принца. Макияж будет в стиле baby face, то есть детское личико очаровательное, фарфоровое, нежное, милое. Хорошо. И еще раз. Или вот эта штучка держится? Нет, давай здесь ее переживем. Потому что ноги как-то закрыты. Ты присядь, что мы меня-то не видно никак. Девочки, бумажные. Замерзая, забывает, где какая это. Мы только вот этот кусок снимаем, так же с руками. Можно свет выключить в зале, сейчас мы посмотрим по картинке. Потому что сейчас, в принципе, и так неплохо было. Варвара, в заключение скажи что-нибудь такое ободряющее для всех, кто еще, может быть, не решается идти на мюзикл. Стоит идти? Конечно, стоит. Обязательно идите, покупайте билеты. Премьера в конце декабря. Это зрелище того стоит, я вас уверяю.